В преддверии Дня города Лабытнанги преображается активными темпами. С сегодняшнего дня начались работы на кольцевой развязке улицы Советской. Специалисты уже установили несущие конструкции и приступили к монтажу декоративных элементов, символов Ямала и семи лиственниц. Проект был разработан творческой группой Фонда скульпторов России «Единение». Хорошо известны не только на Ямале, но и в России. Все работы пермские архитекторы обещают завершить 6 сентября. Будет значимый объект для вашего города, тем более он находится на такой развязке, я так понимаю, при сообщении, паромном сообщении. Это является одним из въездных знаков будет и визитной карточкой города Лабытнанги.